Так, вот у нас аэродвижительная установка двухмоторная, бюджетная, румпельная. Вот, сейчас будет показан процесс заводки. Тут есть определенные хитрости. Ну, поехали. Сначала мы открываем топливо, положение ON. Воздушная заслоночка у нас, вот синенькая она у нас, тут вот. Она должна быть положение закрыто. Вот это положение открыто. Закрывай. Вот, вот это положение закрытое. Это как раз режим для заводки. Вот, здесь получается одновременно вращаются два двигателя. Ну, давай, пробуем. Газ нажимаем. Так, вот, и здесь вот у нас получается, вот он нажатие газа, потому что двигатель заводится с нажатым газом. Вот он пальчиком его удерживает. То есть пока он сейчас прогревается, прогрев где-то в районе, ну, может быть, минуты, две минуты. Ну вот. Вот, и все переключили уже на рабочий режим. Она прогрелась. Румпель можно поворачивать. Кому как удобно. Правую или под левую руку. Но вот он практически уже почти прогрелся. Там ему развернуться надо будет. Тут у нас места маловато для такого раздвижителя. На Ирбисе-то еще было бы хорошо. Он прямо на месте там разворачивается. А эта установка, она такая, немножко инерционная. Во. Там тяги в районе 55 килограмм. Сейчас там развернется, тоже боится. Боится, потому что все-таки инерционность. Румпеля надо газ сбросить, потом повернуть ее. Ну, надо привыкнуть, потому что тяга большая.
там камень. Блин. Там камень такой хороший, блин. Надо будет убрать его, блин. Нет, не нет. Наверное, все, все, хватит. Так. Паркуйся. Вот, подожди, подожди. Я хотел показать, как заглушить. Ну что, давай еще раз тогда заводи, как бы. Обычный. А? Супер. Замерз? Замерз? Супер инструмент. Замерз, значит. Продувай. Ну, выключение двигателя у нас происходит вот здесь вот. Положение on-off. Вот оно. Положение on-off. И там то же самое. То есть, в принципе, достаточно бывает один выключить, и второй как бы на холостом тоже заглохнет. Ну, вот это положение. Вот. Здесь ручки управления, они сдвоены. Но при желании можно вот этот винтик больше поджать, и что, в принципе, чтобы потом, как говорится, не давить, а было полегче, ты зажал, он как бы зафиксировался. И ты как бы долго едешь в нажатом состоянии. Потом просто вот так вот отжимаешь и все. А, будем называть это круиз-контролем. Хорошо. Ну вот. Ну, в общем, еще раз повторяем, что когда всегда при заводке всегда у нас положение воздушной заслонки всегда на положении закрыто. И нажатый газ. Ну, сейчас мы еще повторим разок. Я сейчас останусь с другой стороны. Вот это как бы было в рабочем положении. Ну вот. В рабочем положении. Так, ну, не, ну, естественно, как это, вам нужно будет сначала, то есть заливаем, ух ты, у нас еще, ну, полный бак, что ли? Много налили, да? Да. Да, вот оно проливается, крышки не герметичные, поэтому, конечно, лучше немножко поменьше чуть-чуть наливать, здесь полный бак. Ну, сейчас подотрем все, вот. Ну и вот, как бы первично, это, естественно, вот в эти вот горлышки надо залить масло, там будет инструкция к нему. Вот, именно штатные двигатели, модернизированные. Тут, грубо говоря, 8,5 лошадиных сил. То есть у нас тут изменено и глушак, и впуск в кодной, там, ну, там много чего. Вот. Ну вот, сейчас мы еще раз покажем. Это уже будет у нас заводка на горячую, он немножко поработал. Вот. Но вообще в идеале, конечно, если есть второй человек, намного удобнее заводить вдвоем. Один как бы держит газ, нажимает газ, чтобы не подлавливать. Потому что получается, ты подлавливаешь один, а второй тоже хотелось бы, чтобы газ был нажат. Но руки-то не хватает, третьей руки не хватает явно. Вот. Ну а так получается, выкручиваемся так, как есть. Ну в одно лицо реально завести. Все. Сейчас опять переводим воздушные заслонки. Положение закрыто. Вот. Ну и все. А там тоже будешь закрывать? Там же тоже, да, вот все сразу в положении. И погнали. Двумя руками можно даже один двигатель себе заглушить. И всегда не забывать вернуть обратно вон. Если не заводится, надо сразу проверить, что положение он. Так, значит, пока мы ездили, ну, лодка, во-первых, на морозе немножко слабеет. Тяга у двигателя все-таки 56 килограмм, ну, почти до 60 доходит. В зависимости от температуры воздуха, конечно, тяга, чем холоднее, тем тяга выше. Вот, есть еще такие два причиндала. Специально идут для лодки, для того, чтобы установка на транс. Транс получается во время большой тяги на рычаге, она начинает выгибаться, вот, и меняет угол. Более правильно это когда немножко наклонен градуса там на 5 назад. Мы для вас приготовили немножко длиннее, они вставляются вот в эти как раз элементы, вот здесь. Вот. И здесь будет гай, этот самый болтик М8, и он будет фиксироваться. И поэтому, в зависимости от лодки, потому что у нас лодка 1,5 метра, а вот у вас может быть 2 метра. И мы сделали вам именно на более длинную лодку. То есть вы будете отрезать
То есть нам надо будет отрезать вот этот элемент по вкусу, чтобы вот эти пятачки, убираем вот эту пока отсюда, были ровно посередине баллона лодки. То есть один пятачок здесь приклеивается, другой здесь. И вот так вот получается, оно вставляется. То есть вот мы, считайте, обрезаем вот так, здесь фиксируем, и получается, что мы не даем транса, то есть еще делаем дополнительный опор на баллон. Вот. И со второй стороны будет делаться то же самое. Ну, это вот как бы вам консультация, как это все почти правильно сделать. Ну, это будет все в комплекте сейчас вам выдано. Вот. И сейчас мы начинаем уже ее разбирать. Так, ну, у вас, естественно, будет разобран, винт будет отсоединен, то есть вот так это все крепится. Вот. Вот эти, так называемая защита, что ли, сеточка, вот, она здесь вставная. Она, конечно, отбирает энную тягу, просто если будет ощущение, что тяги немножко не хватает, но хочется еще чуть больше, мы ее иногда не ставим вообще. То есть, когда ты понимаешь, что как бы хочется больше тяги, вот. Ну, как бы техники безопасности, она как бы всегда есть техника безопасности. Ну, в общем-то, практически и все. То, что мы... Сейчас мы, естественно, сольем масло, и вам нужно будет его заново залить, это масло. Вот. Ну, как я уже сказал, что румпель у нас есть под правую руку, переворачиваем, он становится под другую. Либо положение тела там и так далее. Вот. И у вас будет снято еще... То есть транспортировочные, или так сказать, будет снят воздушные фильтры. Мы, как правило, их снимаем. Это вот эти на винте винтики, гаечки открутим, соберем. Вот. И вы также должны поставить. Я пришлю вам фотографии. Сейчас я сниму все это дело вам. И как бы будет все понятно. Вот. Ну, естественно, румпель будет здесь снят. А рекомендация еще такая. По первости, желательно все фиксирующие болты, ну, то есть вот, допустим, вот болт, именно ограждение, дополнительно фиксировать, ну, там, скотчем мелким, либо изолентой и так далее, пока болты не набьют себе посадку, потому что они могут теоретически выкручиваться, но береженного Бог бережет, вот, потом они уже не выкручиваются никогда, нужно просто первое время, вполне возможно, что, так сказать, перестраховаться. Вот. То есть их нужно, в принципе, там раза 3-4 подтянуть, и они уже практически в этом положении всегда и остаются. Вот. Ну, а когда будете разбирать, ну, если нам надо будет разбирать, то выкручиваете их буквально, чтобы они из зацепления вышли. Потому что на болту, когда при закручивании, там образуется маленький пятачок. И это как раз немножко портит резьбу на кончике. Вот. И не дает уже в дальнейшем им вылетать вообще абсолютно. Вот. Вот это натяжители. Ну, натяжение еще вот как бы двигателя. Вот здесь осуществляется. То есть отпускаем вот эти болты. Вот эти болты. Ну, в общем, поначалу надо за всеми гайками, болтами посматривать. При желании, конечно, и эти тоже можно, в принципе, пофиксировать некоторое время. Вот. А натяжителем является вот этот винт. То есть мы ослабляем 4 болта. И как бы вот эту контрящую гайку откручиваем. И вот этим болтом начинаем отодвигать. Но поначалу этого даже не надо будет делать, потому что у нас вот эксцентриковый роликовый натяжитель. То есть можно добавлять немножко. Ну, натяжка как бы вот проверяется, наверное, вот так. То есть от... как бы усилия от ролика. Ну, как-то, наверное, все. То есть будет максимально разобрано. Вот. А так вот, сетка, это у нас вкладыши здесь такие. То есть мы, конечно, на испытания их редко ставим. Но вроде как положено, типа техника безопасности и так далее. Даже мы, бывало, не ставили вот эту дугу сверху. То есть вот получались такие вот как бы элементы. Вот. Ну, еще раз говорю, если нужно больше тяги, там, килограмм на 5 больше тяги, это действительно, так сказать, снятие вот этих элементов, они могут обеспечить, то есть, как бы, дополнительную тягу. Вот. Ну, в общем-то, как-то все. Вот, здесь у нас надо тоже посмотреть, ну, в принципе, фиксаторы как бы есть. Вот, вот болты большие, то есть, большой болт, вернее, и гайки, но они тут у нас законтрены. Но все равно за ними надо посматривать,
И как только будет появляться люфт, вот, то надо будет фиксировать. Вот. А может даже и вот здесь вот где-нибудь резьбу немножко подпортить, чтобы, не дай бог. Вот. Ну, в общем, береженого Бог бережет. В общем, все надо поначалу хорошо как бы протянуть. Вот, и посматривать. Особенно первые там несколько часов. Ну, как-то все. Как-то все. Будут вопросы, будете мне задавать еще. Тут хотел сказать пару слов еще про самое главное. Это вот шпильки. То есть нужно просверливать танец. Вот, и фиксировать шпильками как бы крепление к трансу. Вот. И это самое, вот эти завертки, что ли, они не совсем удерживают. Здесь вот обязательно вот эту шпильку устанавливать, просверливать и устанавливать. Ну вот, иначе просто получается струбцина у нас начинает гнуться. Тяга достаточно большая на огромном рычаге. Вот, поэтому это очень важно. То есть просверлить, выставить как бы правильно все и зафиксировать.